Итак, следующий конкурс очень интересное название носит. Он носит пылесос. Все-таки, оп, что это? Что это? Сосать надо? Нет, ничего о том, что вы подумали. Пока рассказываешь, я принесу, что нужно. А нам нужны активные парни, но все находятся на своих местах. Мы сами будем выбирать. Чем больше, тем лучше. Да. Я буду выбирать из каждого сектора по 2 человека. И начну я, пожалуй, с вот этого сектора. И мне нужен первый парень. Ну, здесь вообще практически все женщины. Не пихаем, мы сами выбираем. Вот человек вот выходит. Первый. И второй. Ну, давай уже, котейка. Только оставь свой веер. Не-не-не, оставь веер, потому что он будет тебе мешать только. Так, 2 человека садятся на эту тумбочку. Осторожно, не проваливаем их. Да. Так, теперь из вот этого вот отсека. Я думаю, вот возле парной стойки парень сидит такой, ковыряется в носу. Да-да-да, я к тебе обращаюсь. Да, ты вставай. Вставай, давай, выходи сюда. И отсюда... Что, все? Больше нет желающих? Ну, давай вот ты в красном. Так, вы садитесь на эту тумбочку, на эту. Нет, дальше. Двигайся. И теперь с вот этого отсека мне нужны 2 парня. Нет, ты уже участвовал. Да, вот тебя девушка заставляет, подбивает. Вы другой отсек. Ну же. Ну, есть желающие? Пацанчики, давайте, там кто там? Давай, поднимайся. Тебя девушки спалили, поднимайся. Ты, да, к тебе, да. Я знаю, ты их ненавидишь, но выходи к нам. Нет, не в ту сторону идешь, вот обратно. Молодец. Оп, такой выпил для храбрости. Правильно. Ну теперь ваш сектор. А тут желающих хоть отбавляй. Тут я не знаю, тут аж глаза. Ты не мальчик. Нормально. Я думаю, вот этот вот рэпер, да, шапки-ушаночки. Ну и давай. Эш, иди к нам. Итак, у нас получается 8 человек. 8 человек, еще 2 человека надо. Еще 2 человека. Раз человек и 2 человека. Да, ты, выходи. Наруто. Давай, садись где угодно. Ну что ж. В 2 шеренги по 5 человек. Поделитесь по командам, сами выбирайте, как хотите. Стали? Ну же. О, уже сразу капитан. Иди. Так, по 5 человек в шеренгу. Команда алкашей и не очень. Перед вами сейчас будет 5 листочков бумаги. Секунду, там чуть изменения в конкурсе. У нас будет по одному листочку бумаги. И эти салфетки, а не листочки бумаги, мы должны передать 4 раза. 1, 2, 3, 4. Группами! Вы группами будете их передавать. Все! Не отмажешься, все, поздно. Сами выставляли, да, я говорю о том, что... И смотри, ты, как девушки облепили со всех сторон. Секунды! Тихо, девушка аж пищала. Нужна тишина. Тишина. Нам нужно... Что? Резко возросло количество фотографов, да, дамы.
Парни, а вы можете извлечь из этого выгоду? Говорите, больше, более откровенный сет за большие деньги. А теперь секундочку. Давайте мы вот сделаем по диагонали одну команду и по диагонали другую команду. Ты становишься здесь или нет? Ты становишься здесь или нет? Вот, по линии, по линии, по линии. Вот. И ближе друг к другу. Ближе, ближе друг к другу. Нет, ближе к стоянию. И вы тоже по линии. Все, отлично, класс, супер. Так, 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 герой, так, потише, потише. Во-во-во, пацанчики, полегче. Итак, смотрите. Я даю первому участнику салфетку. Салфетки не есть, пацаны. Но мы рассказываем, внимание, передаем, передаем. И вот так. Передаем вот так. Сейчас, секундочку. Он не хочет демонстрировать. Демонстрировать я не собираюсь. Вот, я вам честно, я вам... Это мастер-класс! Мастер-класс дома. А, мы дома это продемонстрируем. Ну что ж. У нас салфеточки готовы. Ты первому дал уже. И еще раз, вы должны пройти раз, два, три, четыре и четвертый раз крайне. Поднимайте салфетку и говорите, мы первые. Были со. И считаем все вместе до трех. Раз, два. Я считаю, что вы в большей степени не геи, поэтому вы круто. Итак, проигравшим, мы получаем по такому утешительному подарочку. И выигравшим гитродуйлилу и нам выигрывать. Но победители в таком конкурсе должны получить шикарные подарочки. У нас еще есть 7 фестивалей, на которые вы можете попасть. Бесплатно, 100%. Итак, мы тоже будем выбирать рендомно. А вы там только не деритесь, пацаны. Это будет первый, второй, третий, четвертый, пятый. Итак, первый билет. А, да, просто у нас организатор есть на цунами, у него свой конкурс для этого. Да, у меня свой конкурс специально для моего фестиваля, поэтому я... Ты что? Все, отобрал на цунами 4. И барабанная дробь. Перемешал. И первый билет для первого участника на фестиваль Акихабара! Везунчик, ё-моё! Везунчик просто. Да, следующий. Следующий фестиваль у нас... Чукай! Чукай, Винница! Следующий фестиваль у нас... Аникс 2014! Аникс, Харьков! Аплодисменты! Еще два. Еще... Терти! Да, Криворог! Криворог! И последний... Комикон! И там нашла! Комикон Одесса! Первый фестиваль будет в этот раз.